Erarta, Love Art. Oh,
здравствуйте, дорогие мои, обожаемые санкт-петербуржцы! 150 тысяч лет не видели мы вас! Спасибо вам огромное, что вы пришли. Я так волновалась перед... Я не помню, когда я последний раз вообще волновалась перед выходом на сцену. Я уже думала, что я сухарь. Но я волновалась так, что забыла все свои ноты и стоит абсолютно пустой пюпитр передо мной. А возвращаться плохая примета. Возвращаться-то не надо. Поэтому кто-нибудь из моих помощничков, идите в мою гримерочку. С правой стороны на красивеньком таком столике лежат мои зеленые попочки с ноточками. Хорошо, что есть помощники. Друг в беде не бросит, лишнего не спросит. В общем, вот наши новые дети Пикассо. Я в восторге от этих вот моих ребят. Я всех представлю обязательно. А пока разрешите, мы сыграем наши новые песни. Мы шли к этим песням 4 года. Окей? Что значит настоящий верный друг? Yeah.
большое вам спасибо. Вы знаете, было у меня время почитать. Почитать было время. Всегда вообще-то было, а сейчас особенно было. И автобиографии великих людей вдруг стали вот моей любимостью такой. И у Пикассо я нашла просто потрясающе, прям как будто он мне вот сказал месседж. Он говорит, значит, успех — страшное дело, потому что начинаешь копировать себя, а это хуже, чем деградация. Поэтому как-то я вот думала очень много о старых детях Пикассо, о новых детях Пикассо. И мы подумали, и я решила, что, конечно, надо двигаться вперед, конечно, надо развиваться, конечно, надо идти, конечно, надо мудреть, взрослеть, не бояться стареть. И вот это все, да? Но все же старую песенку мы сыграем. Thank you.
Большое спасибо. Знаете, я такую закулисную расскажу штуку. Дело в том, что мне так нравится играть с нашими новыми музыкантами по секрету, что у меня каждая репетиция как концерт. Я забываю вообще, что это репетиция. И так наслаждаюсь игрой. Вот. Такая закулисная. Но я это журналистам не рассказываю. Нет, только вам. Thank you.
Большое спасибо. Я вам честно скажу, конечно, я хочу выйти из-под клавиш. Это, кстати, по Фрейду оговорочка. Из-за клавиш бы я вышла бы к вам, конечно, поближе. Но мне кабы кто не нужен. Нам кабы кто не нужен. Когда найду идеального, тогда и выйду. А сейчас мы сыграем для вас песню, которая вошла в наш новый альбом, который находится... Кстати, я говорю вам первым об этом. Который находится на стадии постпродакшена. И автор этой песни – наша мама. Она, в принципе, не была музыкантом, она просто всю жизнь пела. И она была музыкантом и всю жизнь пела. Меня брат просто сейчас поправил, у меня тоже оговорочка случилась. Это точно по Фрейду, да. Это точно. Значит, что хочу сказать. Да, мы в первый раз играем ее песни. Это очень волнительный для нас момент. Потому что мы шли к этому тоже достаточно много времени. Много лет. Я все боялась это сделать. А вот теперь море по колено.
Ота Раменька. Спонтанность — это наше второе имя. Все меняем, все живое. Маэстро? Cardes carna natura ferice, colalu zara dar de rimeci. Cardes carna natura ferice.
Большое спасибо. Вы знаете, я не знаю, вы застали, ну, наверняка кто-то застал состав, когда у нас на альте в постоянном составе играла Элина Хачатурян. Вот сейчас она живет в Швейцарии и играет там в симфоническом оркестре швейцарском. Но на запись альбома она прилетела к нам на студию. А почему-то я про нее стала рассказывать. Что? Нет, это попозже. Ну что-то она мне сейчас появилась прямо передо мной со своей этой голливудской улыбкой. Что она передо мной появилась-то? А, что песню сыграем с нового альбома, точнее композицию. Сейчас сыграем с нового альбома. Она там жарила. Вот, в этом треке, в альбомной версии. Что-то я разговорилась. Давай-ка мы лучше сыграем. Thank you.
Большое спасибо. Мы вообще-то всегда стараемся подальше держаться от политических дел. Вот это же так все смердоносно, можно так выразить. Не знаю, есть ли такое прилагательное и краткая форма в русском языке. Да, наверное, будет теперь. Значит, но альбом мы решили посвятить жертвам памяти геноцида 1915 года. Это песня оттуда, которую сейчас вы услышите. «Память о жертвам геноцида». Да, извини. Я подумаю над этим. Отар амайча
Спасибо большое. Большое спасибо. Вы знаете что?
Я бы напоследок сыграла такой привет из старой жизни. Очень была жизнь. Так ощущение, что так далеко были все наши дела. Вот. Да, нет, правда, очень-очень далеко. Как будто не 4 года прошло, точнее уже 5, да? Как будто не 5 лет прошло с тех пор, как мои детей усыпили в стеклянном гробике. Вот. Прошла в разнос Гаине. Значит, а как будто уже и 25. Ну, большая жизнь прошла, да, вот так бывает. Какой-то компрессион случился за несколько лет. Да, привет тем детям Пикассо. Давай сыграем приветик. Как я его люблю, это невозможно. Так это не важно. Он говорит, я не слышал, что ты сказала, извини. И разве это имеет хоть какое-то значение? Sare re jana ye re gana.
разрешите мне наконец-то представить наших новых музыкантов. Нет. Да. Нет. Я хочу еще песню сыграть. Перед тем, как мы уйдем, последнюю песенку. Знаете что? Один очень умный и гениальный венгр, саксофонист и легенда джаза, когда я пробовала какие-то изучать венгерский фольклор, там своим таким специфическим венгерским языком петь, значит, венгерские народные песни, он сказал: «Мадемуазель», он меня так называет, «ты у нас кто, армянка?» Я говорю: «Ну да». Он говорит: «Ну вот армянские песни и пой». Как-то я намотала на ус, если честно. Но не тут-то было. Все-таки одну песню я взялась петь. Я спою ее вам. Да, вкратце это... Тут все для тебя готово, моя стружка. Вкратце это песня о том, что я обращаюсь к птице, да, ну тут кто-то поет, это в данном случае я, ваша покорная слуга. Я обращаюсь к птице, говорю: птица, дорогушечка, лети в чужие края, туда, там, где мой родимый дом, и отнеси весточку от меня, письмецо. Пусть они узнают, как вот истосковалось мое сердце по родине. Начинай, Настенька. Разваляева, арфа. Арон Портелеги, барабаны. Мой любимый брат, худой, но мой, Карен Арутюнян. И моя сестра Галя. Большое спасибо. Дети Пикассо. Лайф. Спасибо вам большое.